Ты реально привязал эту куплу к Джейсону Воргису? Ты реально ему уже почти полностью отрезала руку, банда! Ты просто ему отрубила руки! Чё творим, бро? Меня зовут Саркионис, ты просто срал уже! Переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь, бро, ты же знаешь, при отриме Суприм банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, впрочем, мне нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! Самую сильную банду на Ютубе! И также сегодня с тобой видео снимает Вероника! Привет! И Суприм банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня мы решили отомстить Джейсону Воргису за то, что он тогда сделал с Вероникой. Нет! Вероника, нет! Джейсон, нет! Отпусти ее! Моча, Вероника! Сегодня банда пятница 13-го и уже почти 3 часа ночи. Как вы знаете, банда Джейсона Воргиса мы можем призывать только в пятницу 13-го. Ни в какой другой день ритуал не будет работать. Именно в этот день мы решили ему отомстить. Еще полгода назад, также в пятницу 13-го, мы призывали Джейсона Воргиса, чтобы снять с него маску. И когда мы снимали маску, он схватил Веронику и сломал ей шею. Из-за этого Вероника лежала полгода в больнице. И только недавно ее выписали. И именно из-за этого банда Вероника очень сильно хочет отомстить Джейсону Воргису. Мы сделали специальную кукловоду на Джейсона, просто посмотрите. Она реально в точь-точь, как Джейсон Воргис, даже маска. Я очень надеюсь, банда, что сегодня мы сможем опять призвать Джейсона Воргиса и привязать к нему эту кукловоду. Нам понадобится его настоящая кровь. Все из-за того, что у Джейсона Воргиса нету волос. Именно поэтому нам нужно будет как-то раздобить его кровь. И Суприм банда, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда Вероника в одном из видео будет полностью без маски. И мы сможем детально рассмотреть ее лицо. Хотя в прошлом видео мы уже наполовину сняли с нее маску. Именно поэтому, бандита, пускайся не ешь мисо царский лайк. А также подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Ведь там выходят очень крутые фотографии, которые тебе 100% понравятся. А тем временем, банда, мы еще в 3 часа ночи призываем Джейсона Воргиса, привязываем к нему его куклу воду. И после этого, банда, мы наконец-то уничтожим этого демона, потому что кто знает, сколько людей он убил. Погнали, банда! Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы. Посмотрите, на часах реально 3 часа ночи, написано пятница 13 марта. Видите это? Мне просто это не верится, бро, но сегодня мы реально призываем 100 Джейсона Воргиса. Надеюсь, вы помните, какой же был кровавый призыв, и сегодня мы его повторим. Также, банда, для того, чтобы заполучить кровь Джейсона Воргиса, мы сделали специальную ловушку. Я очень надеюсь, что он как-то в нее попадется, после чего на одной из иголок останется его кровь. Тем не менее, бро, давайте делать ловушку, а потом призывать Джейсона Воргиса. Итак, Суприм банда, для того, чтобы заполучить кровь Джейсона Воргиса, привязать эту кукловоду к нему, нам понадобится иголка, собственно, которой будет эта кровь, а еще эта веревка. С помощью этой веревки мы свяжем эти два стульчика. После того, как Джейсон Воргис будет идти, он зацепится за эту веревку, и эти два стульчика вот так вот сомкнутся. И тогда уже Джейсон Воргис прицепится через эти два стульчика и упадет вниз, а внизу его будет ждать торчащая иголка. После этого иголка будет у него в теле, неважно где, и он, естественно, захочет ее вытащить. И когда он ее вытащит, откинет, тогда на ней останется кровь. Тогда мы сможем спокойно привязать кукловоду и уничтожить Джейсона Воргиса. Теперь же, банда, давайте все это делать. Аккуратно все это привязываем, чтобы Джейсон Воргис, когда придет, этого всего не заметил. Я очень надеюсь, что мой план сработает. Вероника, ты как думаешь, план сработает? Да, я думаю, сработает. О, это очень хорошо, я очень надеюсь, что сегодня мы ему отомстим. Окей, готово. Теперь, как я и говорил, Джейсон Воргис будет идти и перецепится через эту веревку. Стульчики сомкнутся, и он перецепится уже через стульчики. Теперь же, банда, подготовим иголку, которая будет его ждать. Вот так вот эта катушка будет лежать где-то, к примеру, здесь. Очень надеюсь, что это получится, банда. Тем не менее, бро, мы все подготовили, чтобы получить кровь Джейсона Воргиса. Теперь же осталось только призвать его. А там, банда, очень кровавый призыв. Да вы помните, как мы его делали в прошлый раз? Сегодня я сделаю то же самое. Выбрали обычную иголку, после чего я проткнул свой палец и на стене рисовал огромную пентаграмму своей кровью, а также кучу иероглифов, с помощью которых мы призываем Джейсона Воргиса. Окей, банда, я протыкаю свой палец. Это просто жесть, банда. О, черт! Господи, Вероника, я проткнул палец, это просто жесть. Окей, банда, теперь же мы должны нарисовать пентаграмму. Господи, черт, фу, о, господи, это просто жесть, банда, вы это видите? Просто жесть, я вспоминаю прошлый призыв, сколько я тогда крови потеряла сейчас. Черт, господи, просто посмотрите, мне реально это получается. Я очень надеюсь, что у нас получится призвать Джейсона Воргиса, потому что если не получится, то я просто зря потеряю сейчас свою кровь, господи. Окей, банда, готова, круг готов, это было очень мучительно. Теперь же осталось только нарисовать звезду, и вокруг этого всего разные иероглифы. Окей, банда, рисуем пентаграмму, звезду, черт. Давайте, нужно это быстрее все сделать. Это просто ужасно, я не верю своим глазам, я реально снова это делаю. Ох, все, Суприм банда, я наконец-то это дело, просто посмотрите. Сколько же сюда ушло моей крови, мне просто это не верится. Мой палец все очень сильно болит, тут весь кровоточит. Окей, Суприм банда, пришло, и мы говорит призыв.
Джейсон Вурхис, приди за моей душой, я стану твоей жертвой на века долой. Джейсон Вурхис, приди за моей душой, я стану твоей жертвой на века долой. Джейсон Вурхис, приди за моей душой, я стану твоей жертвой на века долой. Надо по идее все. После этого призыв должен сработать. Но как это понять, я без понятия, нигде нету Джейсона Вурхиса. Эй, Джейсон Вурхис? А что если он меня опять поймает? Я боюсь. О, господи, Вероника, перестань. Эй, Джейсон Вурхис! Окей, никого нет, возможно, просто... Беру с тебя кровь! О, черт! Господи, смотрим, пада, то же самое было в прошлый раз. Неужели у нас получилось призвать Джейсона Вурхиса? Скорее, Вероника, бежим отсюда! О, черт! Скорее, Вероника, забегай в шкафу! Господи, тише, я уже его слышу! Черт! Я закрыл дверь. Господи, Вероника, тихо! Что будем делать, Вероника? Не знаю, пока посидим здесь. Окей, черт! Я очень надеюсь, что он попадется в нашу ловушку. Это жесть! Нас поймать. А самое странное то, что он даже не почувствовал боли. Он просто стоит с той иголкой. Ты видела это? Да, видела. Это просто жесть, Банда. Если когда мы будем использовать куклу Вуду, он тоже не будет чувствовать боли. Что тогда? Вероника, у меня есть одна идея. Ты должна будешь пойти вытащить эту иголку. Я? Да, именно ты. Ты маленький, тебя может не заметить. И как только ты вытащишь иголку, пока он поймет, что происходит, ты должна будешь сразу же убежать в третью комнату. Я думаю, ты справишься с этим, да? Ну да, хорошо. О, господи, когда это все закончится, мне очень страшно. Вот иголка и кровь на ней. Где же Сережа? Ты как тут? Он ушел, давай скорее выходи. Господи, мне просто не верится, где иголка, Вероника? Вот. О, черт, посмотрите, банда. Эти иголки из кровь Джейсона. Скорее идем к кукле Вуду, она там. Итак, банда, после того, как Вероника вытащила эту иголку с Джейсона Вурхиса с его кровью, видите это? Он куда-то сам ушел. Я не знаю, куда бы, но тем не менее, вот кукла Вуду на Джейсона, а вот его кровь. И давай теперь привяжем куклу Вуду, посмотрите. Мы реально привязываем эту куклу Вуду к Джейсону Вурхису. Мне просто не верится. Окей, банда, теперь знаете, что после этого кукла Вуду 100% привязана к Джейсону Вурхису. Давайте теперь позвоним ему. Я-то опять и купил его номер. И мы сейчас позвоним по видеозвонку Джейсону Вурхису и проверим, и привязали мы эту куклу Вуду к нему. Точнее, это будет первое испытание этой куклы Вуду. Господи, банда, слышите это? Там идут реальные гудки. Дарк Дэдди писала, что это настоящий номер Джейсона Вурхиса. То есть, по идее, мне сейчас должен ответить тот самый Джейсон Вурхис. Господи, давай же перейдем поскорее, господи. Господи, посмотрите. Эй, Джейсон Вурхис, привет! Как твои дела? Ты только что был у нас дома. И знаешь что, не узнаешь ее? Это Вероника, та самая, которой ты сломал шею. Помнишь ее? Да, ты еще Фредди Крюгеру хвастался. А также посмотри, что у него в руках. Это кукла Вуду на тебя, которая тебя сегодня уничтожит. Сегодня мы тебя уничтожим, Джейсон Вурхис. Ты готов? Мы можем отрезать руки, ноги, тебе все что угодно. Сегодня ты раз навсегда погибнешь. Вероника, давай протыкай куклу Вуду. Как тебе такое? О, господи, черт, это просто жесть, то, что с ним было, Вероника. Ты просто ты не поверишь, Вероника. Эй, давай еще раз, давай. Таски, уже хватит с него. Припады, вы это видели, это жесть. Ты реально протыкала куклу Вуду, он мучился. Ему реально было больно. Это жесть, панда, вы сами это видели. Мы реально привязали куклу Вуду к Джейсону Вурхису. Мне просто это не верится. Окей, еще что будет дальше, Вероника? О, господи, Вероника, это он, черт, скорее бежи. Вероника, беги скорее, черт. Это реальный Джейсон Вурхис, припада. Мне скорее открывай. О, господи, как тебе такое, Джейсон Вурхис? Черт, черт, это просто жесть, скорее бежи, Вероника. Черт, 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 еще этого не хватало. Окей, вот и нету. Черт, Вероника, скорее берем диван. О, господи, черт, быстрее, быстрее, быстрее. Я надеюсь, это сработает. Окей, Supreme Panda, я надеюсь, ты его хотя бы немного содержит, Вероника. Ты видела это? Он просто бежал за нами. Он хочет нас убить, я не знаю, что делать. О, господи, Вероника, это он. Он пытается сюда залезть. Он реально пытается сюда залезть, Вероника, я не знаю, что делать. Мне тоже, Вероника, черт! Господи, когда же он перестанет? Это же я не знаю, что делать. Вероника, сделай что-то! Господи, Вероника, скорее сделай что-нибудь с куклой! А так тебе за то, что ты хотел мне убить! О, господи, это просто жесть, тише, тише! Он перестал, Вероника, получилось! Ты молодец, господи! Это же Супримбанда, вы это видели? Джейсон Вурхис реально за мной бежал, он реально хочет нас убить! Господи, слава богу, он перестал! Только больше не делай так, это очень опасно! У тебя какая-то чрезвычайная ненависть к нему! Вероника, нужно что-то сделать с этой куклой Вуду еще! Не зря же мы ее сделали! Нужно его как-то уничтожить! Но мы для начала можем с него как-то поиздеваться, только как? Я не знаю, какие у тебя есть идеи? Я тоже не знаю, Вероника! Тем не менее, ты его хотя бы немного остановил, он уже перестал толпиться в двери! Окей, банда, это все очень стрёмно! Я очень надеюсь, что сегодня мы уже сможем уничтожить Джейсона Вурхиса. Иначе он сам вернется к нам уже в следующую пятницу 13-го и захочет нас убить. А что если в это время будет просто спать, что тогда? У меня есть идея. Какая идея? Да.
смысле, Вероника, это очень жестко, ты не можешь этого делать! Но он меня чуть ли не убил! О, господи, это правда, Вероника, я не знаю, это очень страшно! Господи, ладно, делай, что хочешь! Господи, Бонда, Вероника реально отрезает руки Джейсону Вургису, вы это видите? Ты реально ему уже почти полностью отрезала руку, Бонда! О, господи, это рука Джейсона Вургиса, черт! А что, если у него там тоже сейчас отпала рука? О, господи, просто да не верится, Вероника! Отрезала уже и другую! Господи, Бонда, мы реально уничтожаем Джейсона Вургиса! Господи, Бонда, Вероника уже отрезала и другую руку! Просто посмотрите! Это жесть, Джейсон Вургис полностью без рук! Я просто не верю своим глазам, Вероника, ты довольна? Он где-то там, Вероника, нужно пойти посмотреть, что он там держит! Господи, Суприм Бонда, это просто жесть, вы сами это видели! Вероника начала отрезать руки Кукливуду Джейсона Вургиса! А то есть она отрезала руки настоящему Джейсону Вургису! Окей, мы отвинули диван, ты готова, Вероника? Да, давай! Мы открываем двери, Бонда! Ты просто ему отрубила руки! Это просто жесть, Вероника, ты видишь это? Я просто хотела ему отомстить, я не думала, что все будет так! Господи, Вероника, ты ему отрубила руки! Ты ему реально отомстила! Господи, я просто не верю своим глазам! У него реально отрубленные руки, Суприм Бонда! Просто глядь, я могу его трогать! Я могу трогать его руку, вы это видите? Это жесть, Суприм Бонда, Вероника, что ты наделала? Почему ты меня обвиняешь? Ты же был не против, призвала его сам! Господи, Вероника, я понимаю это! Он же меня чуть не убил! Я верю, но... А, черт! Господи, это жесть, Бонда, я просто в шоке! У меня тут реально Джейсон Вургис без рук! Так, Вероника, идем как-то аккуратно! Черт, это реально жесть! Господи, Бонда, я просто это не верю! Вероника реально, похоже, убила Джейсона Вургиса с помощью куклы Вуду! То есть мы уничтожили Джейсона Вургиса! Господи, просто посмотрите! Там сейчас так же самый лежит Джейсон Вургис, как эта кукла Вуду! Вероника, ты рада, что ты им отомстила за то, что он с тобой сделал? Наверное. О, господи, это жесть, Бонда. Похоже, мы уже можем заканчивать видео. Только нужно как-то избавиться от Джейсона Вургиса. О, господи, оно живое, Вероника. Сережа, спаси меня. Как, я ничего не знаю, Вероника. Что ты делаешь? Черт, что ты сделала? О, черт. Господи, он просто умер, Вероника. Господи, Вероника, ты как-то же его серьезно убила. Это жесть, теперь ты уже 100% ему отомстила.